В День Победы поздравить всех жителей города Видное, находящихся на самоизоляции и работающих, выехала фронтовая бригада. В плане посетить 8 мест на территории города. В программе песни, знакомые каждому. И подпевать могут все, ведь праздник прежде всего в душе. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Первой остановкой фронтовой концертной бригады стала станция скорой помощи на Центральной улице. Здесь в 10 утра артистов тепло встретили как работники станции, так и жители ближайших домов. Многие снимали происходящее на мобильные телефоны. Кто-то держал в руках портрет своего родственника-героя. Выглядывали в окна и ветераны, подпевая знакомым композициям. Эти песни нам заслужили победу. Эти песни пели наши прадеды. Эти песни надо слушать. И вот наша группа, которая сегодня поет, она поет от души, от чистого сердца. Лучше не придумаешь. На Заводской улице концерт был устроен под окнами ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Алексея Никитовича Крыкова. На его груди множество медалей, в том числе и за оборону Сталинграда, и орден Отечественной войны первой степени. Поздравить с праздником Великой Победы его приехали артисты Ленинского городского округа. Я с большим уважением, почтением отношусь к этому дню и с большим удовольствием пою песни нашим ветеранам и вообще всей нашей большой стране. Сценой для артистов стала машина военных лет, известная как «Трехтонка» или «Захар Иванович». В военные годы этот автомобиль перевозил продовольствие и солдат, а в День Победы – концертную бригаду. Это машина ЗИС 1943 года выпуска. Постарались найти ее, так сказать, для того, чтобы была создана атмосфера прошлых лет. День Победы – один из самых важных праздников в России. Обычно его отмечают большими концертами и салютом. Однако юбилейный год внес свои коррективы. Мы готовились, конечно, к большим концертам, к большим празднествам. Но вот по сокращенной программе, по велению времени, создали фронтовую агитбригаду. В итоге концертная бригада со знакомыми песнями военных лет объехала почти весь город, устраивая жителям праздник, несмотря на сложное время. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.